В Ленинградской области состоялась выставка-конкурс «Детский многонациональный мир». На суд жюри были представлены около 200 работ. На них глазами ребенка попыталась взглянуть и наш корреспондент Анастасия Садчикова. Посмотреть на многонациональный мир глазами ребенка в правительстве Ленинградской области решили после успешно проведенного в этом году этнофестиваля и выставки «Этновзгляд» в Тосно. Этот взгляд в самом раннем возрасте, он, наверное, самый откровенный и дающий нам, взрослым, понимание, что на самом деле происходит, как это все выглядит, как дети к этому относятся. Они ведь как такие лакмусовые бумажечки, которые в первую очередь реагируют на то, что происходит в обществе, чувствуют негатив и недоброту. По мнению членов жюри, это одна из самых добрых выставок, которые им доводилось видеть. Сборник детских фоторабот представляет собой своего рода альбом из большой многонациональной семьи, где дети вместе играют, танцуют, учатся, отдыхают. Удивительно не только их вот эти добрые отношения, которые видно было, что это не натужено, не наделано, видно, что им нравится, видно, что они так живут. И, наверное, в этом сама суть и главная задача выставки – они так живут, и для них нет разницы. Разница, наверное, есть для тех, кто уже постарше. И эта фотовыставка могла бы быть очень серьезным примером для тех, кто постарше, и тех, для кого есть разница. Наверное, здесь даже не мы учим детей, давайте объединяться и толерантно относиться друг к другу. А дети учат нас, вот как надо жить. По итогам конкурса в жюри не смогли выбрать тройку победителей и наградили создатели 10 лучших работ. Подобное сотрудничество с самыми маленькими жителями Ленинградской области организаторы намерены продолжить и уже разрабатывают новые программы по вовлечению юных жителей в многонациональный мир 47-го региона.